Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск про экзотические фрукты. И в этом выпуске мы поговорим о фрукте, который называется ланган. Сейчас вы его видите. Вот ланган выглядит вот таким вот образом. Обычно он продается на ветке, на веточках, как букетик небольшой. Но обобранный с веточек он стоит дешевле в два раза. То есть если на ветке он стоит 50-60 бат за килограмм, то вот такие вот россыпи, вот так вот в пакетике, он стоит 30 бат за килограмм. Это просто тот же самый ланган, который просто с веточек, видимо, у них осыпался, так как продавать его уже не очень красиво таким вот образом. Смотрится как мелкая, как мелкая картошка, наверное, да, немножко похоже на картошку. Поэтому они, естественно, продают дешевле вот так вот россыпью, ну и покупать, конечно, экономичнее, дешевле. Так он ничем не хуже, то есть он совершенно такой же. Сейчас я вам покажу, как он открывается, то есть вот он мягенький сам по себе, то есть просто на него надавить так, хопа, и он, видите, как треснул, а внутри вот такая вот ягодка, похожая на виноград, но побольше. Сейчас откушу, а внутри вот такая черная косточка, похожая на смородинку. Очень сладкий фрукт, очень сочный, очень вкусный, очень нам нравится. Мы в Таиланде его часто покупаем. Ну и вот россыпи покупать на самом деле много выгоднее. Вообще фрукт потрясающий. Все, этот я съела. А вот у нас его много, будем лакомиться, тут всего на 30 бат. То есть, ну, стоит довольно-таки недорого. Фрукт сладкий, вкусный, полезный. Обязательно пробуйте, если будете в Таиланде. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.